Добрый день, друзья! На связи Агроформат. Сегодня я вас познакомлю с косилкой-мульчирователем от GFT-200 от компании Dobergmet. Всю полную информацию о технических характеристиках, а также актуальную стоимость вы найдете на нашем сайте agrofor.ru. На нем представлена достаточно полная информация для принятия решений. А сейчас вы можете видеть, как косилка от GFT-200 справляется с камышом. А такая задача для нее вполне по плечу, так как она предназначена для работы по веткам до 7 см. За годы эксплуатации данное орудие себя показали очень хорошо, что доказывает активное использование данных косилок коммунальными службами нашей страны. А как вы знаете, коммунальщики с орудиями не церемонятся. На больших скоростях они производят обработки больших площадей. Но даже в таких тяжелых условиях косилка Dobergmet от GFT-200 справляется с этой задачей. У косилки есть прекрасная возможность. Она может подниматься на 90 градусов вверх и опускаться на 60 градусов вниз, что дает возможность работать на склонах дорог, а также выдвигаться параллельно курсу трактора, что позволяет, например, в промышленном садоводстве забраться как можно глубже в приствольную зону под крону дерева. Приглашаю вас в компанию Агроформат, а мы для вас подберем необходимое орудие согласно ваших задачам.